Это нереально. Это нереально. Не в себе, да? Я могу понять. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Ты там в порядке вообще? Я, конечно, знал, что тебе не понравится, но... Я вообще не ожидал такого. Я сказала не смотреть на меня! Я, пожалуй, пойду. А? Ты уходишь? Мне нужно кое-что сделать дома. Ха, вот как получается. Ты проделал весь этот путь, чтобы сказать мне разрушить его? Черт побери, Санс! Я верила, что ты все исправишь! Все это время ты работал, хотя по сути ты почти никогда не работал! И получается, что все напрасно! Что ты мне только что сказала? Большой хаос, ваше высочество. Я? На себя посмотри! Эй, прости, я не это имел в виду. Честно, если долго не ешь, начинаешь нервничать, понимаешь? Позволь мне загладить свою вину. У нас еще остались запасы в Сноудене. Пойдем выпьем. Санс, я дала тебе шанс. Как королева, я должна делать то, что лучше для всех. Стража, взять его. Мои извинения, сынок. Ты? Что за черт? Ты в своем уме, черт тебя дери? Ты не можешь так поступать. Я королева подземелья. Я могу делать все, что, черт возьми, захочу. Альфис рассказала мне обо всем, колдунишка. Остался один единственный источник силы, который мы не использовали. Это ты. И я хочу испытать этот новый инструмент, который она разработала. Специально для этого случая. Она сказала мне, что будет не больно, пока ты будешь сидеть смирно и держать свой глаз открытым. Поэтому тебе не стоит ни о чем волноваться. Стой! Ты делаешь огромную ошибку! Предупреждаю, ты не на того напала! Слушай, я могу починить ядро, клянусь. Для этого только потребуется немного времени. Вы серьезно? Вас, блядь, это устраивает? Эй, Санс, смотри-ка сюда! Ох... Похоже, у меня нет выбора. Что? Что происходит? Что, черт возьми, ты делаешь? Что ж, ваше высочество, не знаю, как у тебя это получилось, но ты сделала это. Тебе официально удалось вывести меня из себя. Держи свою медаль. Воу! Я знала это! У ублюдка есть сила, которая нужна нам. И он пытался спрятать ее от нас. Не могу сказать, что ты одна разочарована, сучка. Ты только что оскорбил меня! Я убью тебя только за это! Не, ты не приблизишься. Я сваливаю. Но я скоро вернусь. Нет! Пожалуйста, Санс! Нам нужна твоя душа! Моя жена! Мои дети! Они не протянут еще дольше! Вали нахрен! Давай попробуем еще раз. Нет! Ты никуда не уйдешь, колдун. Вау, сегодня... Сегодня не мой день. Попробуй увернись! Воу! Какого черта? Я не смогу победить этого типа, если он отражает все мои атаки! Так точно, королева.
Кажется, лучшее, что ты можешь сделать, это перестать и дать мне уйти. На самом деле, это неправда. Когда Папирус сражается, он использует ограниченное количество костей. Уверена, то же самое и в сражении с Сансом. Просто продолжай сражаться, и в конце концов у него все закончится. Потрясающие новости, Альфис. Спасибо. Да, ты лучшая. Без проблем, Андайн. Все что угодно, лишь бы ты победила. Андайн, у меня есть идея. Может быть, если ты... Думаешь, это все, да? Думаешь, что мне нужна Альфис, чтобы узнать, как убить тебя? Будет отстойно. Нет, этого не может быть. Как? Боже мой. Прости за это. Вот и все. Он освободился. Без специальной способности Андайнен может убежать. Вот и все. Больше никакой силы. Погоди-ка, почему он просто стоит там? Разве он не собирается телепортироваться? Мой глаз. Мой глаз! Не думаю, что он может. Ты попадешь прямиком в ад из-за этого. Но ты уже знаешь об этом, не так ли? Ад? С чего ты взял, что он хуже, чем это место? Есть другой способ. Говорю тебе. Мне жаль, Санс. Но ты единственный, у кого есть сила, способная спасти всех нас. Отличная работа, Андайн! Ты сделала это! На самом деле, все прошло намного лучше, чем я ожидала! Быстрее! Несите его к ядру, Ваше Величество! Мы все надеемся на тебя! Ты сможешь сделать это! Хорошо. Это должно сработать! Поторопись, Андайн, пока нам всем не пришел конец. Пожалуйста, пожалуйста, ох, пожалуйста! В самом деле? Она вернулась! Это чудо! Энергия вернулась! Мы снова можем есть! Правда? Боже мой! Это правда! Вот дерьмо. Черт! Черт, это плохо! Что нам делать? Почему он не превращается в пыль? Эта вещь выглядит как кровь. Да, что-то здесь не так. Кто звонит? Ваше Высочество, поздравляю со спасением подземелья. Мы обязаны вам жизнью. Кто звонит? Звонок от носочной полиции.